Всем привет, дорогие друзья, с вами Илья, вы на канале Зверьё. Не обращайте внимания, у меня небольшой бардак в комнате. Итак, я вам сегодня покажу, как сделать клизму с Кока-Колой. На YouTube еще такого нету. Поехали. Многие решили не снимать, потому что все-таки, извините меня, клизма и Кока-Кола это не камильфо. Ну ладно, сегодня вам все это дело расскажу и покажу. Многие в интернете почему-то считают, что Кока-Кола должна быть теплой. Это совершенно не так. Лучше всего заходит холодная кола, вы ее берете, кладете на 2 часа в морозилку, но не дожидаясь того, чтобы она застыла. После этого мы ее достаем, где-то минут 10 она немножко постоит, и дальше берем, извините, за подробность. Клизму. Перед тем, как мы начнем, минуточку рекламной паузы. Благодарю компанию Coca-Cola за то, что мне предоставила 1,5 литра колы. Если вам понравится, то ссылку можете найти в описании именно на эту колу. Дальше хочу поблагодарить Bruni.ru за вот эту маленькую замечательную клизмочку. Потому что без них, к сожалению, сегодняшний бы у нас эксперимент не вышел. Также хочу выразить огромную признательность всемайки.ру за то, что мне подогнали именно такую футболочку. Ссылка на нее тоже будет в описании. Там будут скидки для вас, дорогие подписчики. Если вам понравилась моя прическа, то сегодня с утра мне ее делали в daisy.ru. Ссылка на их инстаграм будет в описании. Спасибо им большое. Если вам нравится качество звучания, то этот микрофон мне предоставила компания Zoom. Ссылка на них также будет в описании. За камеру хочется отдельное спасибо сказать компании Panasonic. Это вот эта камера, на которой сейчас идет съемка. Спасибо вам большое. Ссылка на данную камеру будет, ребят, в описании этого видео. Переходите и смотрите. Если случилось так, что вы не знаете, сколько времени, то лучшие часы, конечно, у Samsung. Поворачиваем, и смарт-часики у нас работают. Если вам нравятся такие смарт-часы, то где вы сможете найти ссылку на них? Конечно же, в описании. Так, ну а теперь продолжим. Мы берем Кока-Колу, берем клизму, и дальше мы наполняем нашу клизму Кока-Колой. После этого сначала вот так вот ужимаем, засовываем, наклоняем, заполняем клизму. Сейчас она сама заполняется. Хоп. После этого не спешите сразу действовать. Нужно немножко подождать, чтобы у нас кола там еще освоилась, наверное. Немножко потеплее она стала. Я вам советую в лучшем случае, пока вы сидите в ванне, то если есть время, то можно пооткрывать пару кейсов. Есть такие сайты, к примеру, opcash.ru. Ссылка на них будет в описании. Это не казино, это не какая-то там не рулетка. Это прям все по-настоящему. Берешь, открываешь кейсы, вкладываешь косарь, получаешь 10. И это происходит с каждым. Вот у меня, к примеру, уже 1 000 000 рублей есть. Я там именно выиграл. После этого берешь кэш с опкэша, и можно это все внести в IQ Option. Там, к примеру, мы можем торговать на бинарных опционах. Это все просто плюс-минус, как бы, как рулетка. Повезет, не повезет. Ну, советую вам. Ребят, ссылка будет в описании. Кстати, если вам интересно, каким телефоном я пользуюсь, если вы заметили, у нас было много просьб в прошлом видео, или что у тебя за телефон, это Samsung S7 Edge. Спасибо компании Samsung за то, что они предоставили мне телефон, на котором я играю в OpCash и в IQ Option, делаю ставочки. Кстати, лампочки, которые у меня используются в ванне, если у вас будут вопросы, то это из компании IKEA. Ссылку на них вы также сможете найти в описании к этому видео. А, кстати, по квартире перемещаюсь на гироскутере из Футуленда. Ссылка в описании. Боже мой, я что, правда, подумал, что я буду делать клизму из Кока-Колы. Главный спонсор сегодняшнего видео – это, скорее всего, безумие. Я всего лишь хотел показать, как это быть видеоблогером, как можно интегрировать беспалевно рекламу в свой видеоролик. Ни в коем случае никогда не делайте клизму из Кока-Колы, ну а мне нужно прибраться немножко в комнате, потому что, извините, бабло нужно куда-то пристроить. Не обижайтесь на нас, мы всего лишь иногда делаем немножко рекламы, и это выглядит вообще никак не наигранно. Давно мечтал так сделать. Ведь красиво же. Ладно, ребят, все. Давайте, до новых встреч. Бывайте.